А у нас сегодня бомба, телезрители дорогие. С телевизора уходит Гуэро Кастелло. Вернее, его оттуда увольняют. Вот знаменитейший продюсер, в багаже которого такие сериалы, как «Венок слез», «Малкерида», «Руби», «Тереза» и много-много других. Я думаю, вы хорошо его знаете. Так вот, его уходят, его увольняют. Не верите? И мы не верим. Но по проверенным слухам, земля у него под ногами загорелась после ухода его обожаемой Анжелик Буэр. И опять же, по слухам, Эль Гуэро так достал начальство телевизора своими скандалами, придирками, требованиями, по делу и без. И к тому же, вроде бы, мужик подсел на наркотики, что начальство не выдержало, а обозлилось, решило провести проверку деятельности этого знаменитейшего продюсера. И вот, опять же, по слухам, в той самой деятельности нашлись большие недочеты и чуть ли не мошенничество. Вот тебе и фокус. А мы его так любили, а мы его так жалели. Да, чудные дела твои, телевиза. Кто ж теперь работать будет над твоими сериалами новыми, ась? Поподробнее об этой всей истории, об этой потрясающей умной ситуации мы расскажем в следующей нашей программе «Мыльная пена» с новостей Латино. Ждите, следите. Короче, скоро будут подробности. А теперь удачного вам дня, вечера, утра, ночи, чтобы у вас все было хорошо. Пока-пока.